Да. Из таких историй и рождаются волшебные сказки. Принц и принцесса в день своей свадьбы. Но волшебные сказки на этом обычно и заканчиваются. На простой фразе «И жили они долго и счастливо». Муж и жена дают священную клятву. Любят и заботятся друг о друге. Делятся своими радостями и печалями. Успехами и неудачами. И брак меняет их обоих. Наша вера рассматривает день свадьбы не как конечную точку, а как миг, где начинается истинное приключение. Корона.